настоящий камбоджийский субботник. Вот он, истинный энтузиазм к чистоте, к работе, к созидательной деятельности. Самый такой энергичный мальчик, стремящийся к чистоте. Вот оно, камбоджийское утро в туристическом городе, где чистенько, уютно. Суздей! Здесь проходит вот субботник. Здесь перекрыли мост. Перекрыли мост для подготовки, для декорации к Новому году. Скоро Новый год. В апреле месяце 3 дня. Они отмечают. Но они уже на несколько дней, кстати, закрывали этот, закрыли, точнее, до сих пор этот мосток, и все украшают. А как я не прохожу, все едят рис. Нямбай! Нямбай, чнянь! Суздей! Перерыв на обед. А, какой обед? Сейчас же утро. На завтрак. То есть они пришли, что-то поделали и начали завтракать. В общем, все предели, все предели. Кто-то украшает мосток к Новому году. Вот детишки чистят территорию, а я иду на тренировочку. Вот там еще лодки поставили, флажочками все украшают и лодочками. Новый год тут, конечно, такой интересный, просто кардинально отличающийся. Вот. А, в Таиланде, кстати говоря, тоже вот подобный Новый год с водой, с обливаниями, с этими процедурами контрастного душа, я бы даже сказала, проходит. Открывается тут вообще все со скоростью света. Строится, открываются новые места какие-то. Вот новая кофейня рядом с залом. То есть и в зале есть, и рядом с залом, и кафешка тут. В общем, везде кофе. Кофеманы. Ну все, я пошла заниматься. Заниматься, улыбаться, тренироваться. Вот он и зал. Любименький, родненький. Уже сколько сотен часов тут проведено.